Да-да-да. Да вот так все. А то у нас... Да, и вообще, ну, правда, вот если банька бы была, как бы, сейчас такие бани, если я в баньке помоюсь, это минимум, где-то мне надо, вот сейчас в наше время, ну, за баню, ну, 3000, а где 3000, тебе достанут 3000 на баню, не, а я в баню вот... Вы скажете, вот это 3000, это много, ты что-то говоришь. А я говорю, нет, это немного, вот 3000. Вот смотрите, я в баню иду, я... Которая готовая баня, чья-то баня. Я банщику должен дать, банщику, который вот эту истопил. Так, кто там хозяин, заведует этой бане. Этому должен тоже на лапу что-то дать. Так же, вот. Вот всем там, кто это баня. Потом, я же не могу так просто, мне же так, мыло, мочалка, это же все деньги стоит. Вот так это все. Все, а у меня же ничего нет. Это все баня, а это все надо покупать. Так, я когда помылся, все попарился, хорошо, веничком там все попарился. Потому что мне, и я же там, баньки, например, кто-то моется, так то, ну, я не спеша, например, с реки не всегда не спеша мою. Ну, минимум где-то часа два мне, вот, например, надо в банке. А за часа два, о, сколько топлива сгорит, на, так. А потом там такое пиво попить. Потом я банщику, приведи мне это, какого-нибудь мужичка, потом поговорить туда-сюда. Да без проблем, все. Ну, денежку, опять же денежку путем. И вот с этим мы компаньоном разговариваем, пиво пьем, мы вместе моемся с ним. И мне приятно, ему приятно, всем приятно, хорошо пью. И вот это мы отдыхаем, моемся. Вот представьте, я 3000 это мало взял. 3000 это копейка совсем. Вот. Это просто дешевка. Больше платят. Вот. Так что увы. Вот такая банька. Вот. И что, я в такую часть баньку буду заходить? У меня нет, ни гроша она. Нет. Вот. У меня банька вот. Как боженька мне скажет, так я и моюсь, да. Бам-бам, все, да. Состряпаешь там что-нибудь. Вот. У меня была бы, я бы душ хороший бы сделал бы, все. Ну вот сейчас, вот к весне